Всем привет! Специальный влог для лайв-канала, соответственно, своего снимаю. Сегодня 1 мая. И как мы видим, да, прекрасно. Для 1 мая ремонтируют дорогу по всему городу. Именно в празднике. То есть другого времени не было. Надо было делать именно сейчас все. Красавцы. Ну а я иду в парк, посмотрим, что у нас там, потому что сегодня там должна какая-то быть интересная программа. То есть, соответственно, сейчас там развлекуха, все остальное, много людей. Вот с колясками все топрут. И в 7 вечера должен быть салют. Не знаю, посмотрим, буду ли я снимать его или нет. Но пока идем в парк. Прикольно, что я только подхожу к парку, в то время как оттуда народ уже, ну так, нормально, кучками сваливает. То есть такое ощущение, что там уже все интересное закончилось. Хотя сейчас время будет только 12 часов. Но как бы странно. То есть сейчас на самом деле время 11:54. Вот. Я почти пришел. И почти пришел. Осталось чуть-чуть. Короче, вот. Мы в парке. Ну что, народу много. Что происходит толком непонятно. Музыка орет. Ну вот я вижу волну какую-то. Сегодня на главах площади развернется целое представление «Вперед в прошлое», где вы окунетесь в историю парка «Елочки» и посетите любимые места городского. Причем в салоне она такая, ну тоже, типа под ретро. Здесь вас ждут цирковые артисты. Влог, да. Кто тебе сказал, что я тебя буду снимать? Я влог буду снимать. Влог снимать о чем? Короче, идем дальше, куда они сказали, а там вот сзади меня идет, собственно говоря, вот это все. Главное сейчас затылком ни в кого не вписаться. И все бегут перед ними, фоткают, так смешно, блядь.
Ну а здесь, собственно говоря, вот на этой площадке стоят стульчики. Сидят, в общем, дедушки, бабушки, я так понимаю. Но, в общем, ничего интересного, потому что они все пошли вон там. А я пошел немного другой дорогой. То есть я перед ними прям бежать не буду, я просто все обойду. Ну, подходим, собственно говоря, к площади, на которой установлена вон трибуна, типа, посидеть. Ряженые идут туда. А мы будем вот так вот делать. Под ваши бурные аплодисменты, а вы танцуйте. Танцуют все. Давайте дальше. Горько! Горько! Виктор! Горько! Ой, это моя мама Горько! Любит, я такой не очень. Ну, но вот я могу и в интернете посмотреть. Так, ну-ка, давай дальше. О, а это уже что-то интересненькое. Сделать так, что ты меня
еще узнаешь. Пускай сегодня я никто. И пусть твердят тебе, что я не то. Но дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, и ты поймешь, я то, что надо. Дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, и не уснешь, пока я рядом. И обида берет, я гляжу и вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу, или утром стучи каблучками она, обо всем позабыв, я слежу из окна и не знаю зачем она мне так нужна. Где машины? И в конце концов, где магазин «Пятерочка»? Маша! Что? Какая пятерочка? Какие новостройки? А машина вообще есть только у первого секретаря Степана Ивановича. Домодедского горкома партии, между прочим. Люба, Люб, какой сейчас год? 1 мая 1974. Как 74-й? Подожди, подожди. Я пришла домой, все было хорошо. Села посмотреть телевизор, включила. Там было интересное кино, но я немножечко уснула. Подожди, это что это получается? Я во сне попала в прошлое? Ну как так? Ну не может быть. Что же мне делать? Ну что мне, Люба, делать? Что Маша, делать? Прикрыть. Я не знаю, Люба. Все нормально. Проспишь телефон. Короче, от этих всех выступлений у меня уже башка начала гудеть, поэтому я сделаю для себя перерывчик. Ну, смотреть все выступления просто неинтересно, да и вам тоже показывать я не буду их, потому что, ну, зачем? Вот, вернемся чуть позже туда. Короче, отдохнул. Не знаю, наверное, часа два где-то. Сейчас у нас время 15:25, может, 3. Иду обратно в парк, а тут люди, короче, обратно все валят. Такое ощущение, что там уже все закончилось. Но вечером-то должно же что-то быть, правильно? Правильно. Поэтому, в любом случае, я сейчас там похожу, погуляю. А потом посмотрим, наверное, вечерний салют. Наверное, не знаю. В общем, народу тут, конечно, ну, нормально так. Впереди вон идет белка, которую я уже сегодня снимал. Вот. И реклама клиники «Панацея», которую вам никогда не советую ходить, ребят. Серьезно. Подохните нахер быстрее, чем там что-то вылечите. Белка. А еще здесь где-то должен быть кот. Но вот где они, хер его знает. Наверное, по всему парку где-то ходят. Ну, как обычно, только на какие-то такие праздники у нас тут в основном открываются все вот эти вот ларьки и начинают торговать всякой фигней. Вот, здесь, например, бусинки, фигусинки, все такое. Ну да, сперла белку. Так, а здесь, короче, собрание стариков, я так понял. Опять какие-то унылые песни орут. Задолбало. Так, задолбали. Чтоб навеки покорился сердце моряка. По морям и океанам мне легко пройти, но такой, как ты, желанный. Да, тут, короче, это сектор пожилых, будем так говорить. Так, а я себе, походу, новый начинаю натирать, и это круто. Очень круто.
Вот. Здесь, походу, какие-то пикники у них свои собственные. Ясно. Конечно, народу море, но я так понимаю, на той площади, на которой все вначале было, там все закончилось. Поэтому сейчас пока походим, погуляем, посмотрим, что дальше будет. Короче, здесь я еще не был, вот показываю вам, что здесь. Здесь, в общем, какие-то кружки, я так понимаю. Тут мягкие игрушки. Вязаные, вяленые, я не знаю, вязаные, скорее всего. Цветы. Тут опять амулеты. Жрачка. Тут рисуют, сидят. Там мыло не попало. Наличие пухлых детей в парке, конечно, просто поражает. Там тоже что-то такое интересное. Но это мы можем посмотреть отсюда. Какие-то совы, филины. И тоже игрушки. Окей. Здесь дети. Здесь я ничего не буду большого показывать. А я вам бабьягу нашел, короче. Вон она ходит. Страшная ей. Вообще. Но там какие-то у нее сеансы прям написаны. Короче, я не пойду к ней. Нет. Ну, тут с площади, я смотрю, наоборот, все валят. Походу, все закончилось. Радует то, что музыка стала тише играть, потому что до этого невыносимо было. Зачем так громко делали? Но так как все расходятся, то, скорее всего, да, все. Да, уже ничего нету, то поиграет музыка. В общем, короче, наверное, до вечера. В общем, время 8:30, как мы узнали, что салют будет в 9. Вот. Ходил домой, все остальное, и сейчас иду смотреть на салютик. Посмотрим, какой он будет в парке. Мне даже интересно, где он будет, собственно говоря, на той площадке, на площади, да, как бы, где арена, или на пруду. Потому что на пруду было бы прикольно, как бы, возле воды стоять и смотреть на салют. Это интересней. Ну, мне кажется, все-таки на площади. Это лучшие кадры за сегодняшний день. Все в блюре. Отлично вообще. Что-то все притихло, только что акула орала своими этими кислотными там, блядь, позывами. И сейчас замолчала внезапно. Давай веселее. Главное, ребенку в голову засела эта хуйня. Короче, идем на площадь. Я так понимаю, сейчас там может что-то будет. Я так думаю, что, наверное, все-таки тут салюты появятся. Не знаю. Но акула приехала. То есть она, короче, торганула здесь, походу, своей мордой. Я этого ничего не видела. Мне это, в принципе, не интересно. Но! Что хочу сказать, город Домодедово какой-то ущербный город, серьезно. Сюда приезжают только те, кто были, блин, популярны в 80-х, 90-х. Серьезно? Что, будешь позвать некого, что ли? Или у нас город старых пердунов, блядь, застрявших в тех временах? Идиотизм. Ладно, посмотрим, что сейчас там. Спасибо! Пообещайте, что вы, может быть, в первый раз. Кто уже был на моем концерте? Только честно. Не так много людей. Но теперь, после сегодняшнего дня, можно смело говорить, что был. Кто еще придет, друзья?
человеческое, огромное, несказанное совершенно спасибо за то, что вы со мной, за то, что вы есть в моей жизни. Иначе незачем было бы 21 год делать то, что делаю я. Спасибо, родные, большое, с праздником! Эти перемены не заканчивались. Я знаю, что все вы очень ждете новую городскую набережную, которая должна появиться на пруду. Новый пляж, новые кафе, новые рестораны, новые аттракционы. Давайте дружно поблагодарим Илочки и всю команду, которая каждый день здесь работает. На самом деле вы поблагодарили и себя, потому что команда «Елочки» — это не только сотрудники парка и не только волонтеры, это все те, кто каждый день сюда приходят и здесь делают настоящую атмосферу. Я всем очень благодарен, поздравляю еще раз с праздником. Домодедово, парк «Елочки» — только вперед!